Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Елены Воробей. Фантастика! Кто угрожал артистке? Закрывает в номере дверь и кладет пистолет на тумбочку. Правда ли, что папа Елены стал звездой интернета? И другие семейные секреты королевы пародии. Думала, что выйду замуж по расчету. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Елены Воробей. Я счастлива приветствовать вас всех в нашем санатории «Звездочка». Силами наших звездных пациентов мы подготовили специально для вас роскошный праздничный концерт. Делаем это мы вместе с ее дочерью Соней и с ее отцом Яковом, у которого, собственно, мы и в гостях. А у вас вообще в семье дедушки, прадедушки занимались шоу-бизнесом, как это называется? Пели, играли? Мой папа, ее дед, да. Он играл на струнных инструментах. Профессионально? Нет, он любитель, но он играл по слуху, любую мелодию сыграть мог. Фотографии есть, где вы с Наташей. Вот я не знаю, с коллегами мы рассматривали, есть общее что-то или нет? Или вы совсем не похожи, как мне кажется? Или вы считаете, что что-то общее у вас есть? Мы так, бывает, соберемся с семьей, да, друг на друга посмотрим и говорим, какие же мы все разные. Поэтому, когда папа с мамой говорили, мы нашли тебя в капусте, тебе аист принес, я думала, может, правда? Наташа домашняя. Она замечательная хозяйка. У нее дома пылинки не найдешь. Она знакомится с молодым человеком и месяца не проходит. Ей делают предложение руки и сердца. Думаю, что такое в ней есть, как она так действует на мужскую психику, сознание. Мало сейчас нормальных мужиков. Где ж отыскать мне свою любовь? Супермена нереально вообще найти. Михайлов женат, а Киркоров с двумя детьми. У вас есть поклонник, молодой человек, жених? Жених. Слава богу, мы как-то вот... Хорошо, ну, это интересовалась, кстати, говоря, рассказывала Сонечке, да, что вот женихи в 14, это было на Руси, еще в петровские времена. Мне нужно было рассказывать Соне интересные какие-то факты, чтобы к 14 годам не возникло желания выйти замуж. У вас в 14 лет уже был опыт поцелуев? 14 лет? Нет. Нет? Некогда было. Как-то некогда было? Все по хозяйству, по хозяйству? Нет, во-первых, музыкальная школа, подготовка к вступлению в музыкальное училище. Во-вторых, особенная бдительность была у родителей за дневничком последить, чтобы не было троек. А параллельно я еще так втихаря готовилась к поступлению в театральный институт. Вот немножко другие были приоритеты. Так... В личной жизни я понимала, что я особого интереса не представляю. Как-то за мной мальчишки в классе не бегали. Отпусти, отпусти, чудо-юдо. Ты пойми, не поймут меня люди. Если честно, нету места рядом со мной. Посмотри, как с тобой мы похожи. У тебя борода, у меня тоже. Мы с тобою переплюнем дуэт тату. Я вот втайне влюблялась. Я понимаю, что девушка такая, то, что называется, с драйвом. То, что всегда привлекает мальчиков, мне казалось. Это что, у вас позже появилось вот это все? Вы в школе не это этими произошло качествами? Однажды извержение вулкана. Да, накрыв. Интересно. Нет, я была серая лошадка такая, знаете, с которой знали, что так. На всякий случай лучше поосторожней. Поэтому все старались со мной дружить, но так чуть-чуть. А вам приходилось дочерей наказывать? Пауза такая. Один раз Лену. Один раз всего? Да. За что? Она начала на рынке требовать что-то. Так. И вот эта детская... Упала на асфальт, пол, забилась, и, да? И начала ногами. Ага. Классика. Да, это классика. А я жене говорю, если сейчас ты поведешься и исполнишь ее то, что она требует, будет это надолго. И мы ей тогда нашлепали. Вот так вот, да? Да. Но рукой или... Не, ну не кулаками же. Ну ремнем можно же, есть всякие девайсы. Я думаю, у меня было осознание, что у папы
Тяжелая рука. Вон оно. А я читал где-то в одном из изданий, что вы огорчились, мягко говоря, когда узнали, что татуировка появилась у дочери. Где когда она себе сделала татушку эту. Где? Татуировку. Где? На плече. Так, на плече. Так. Да. Ну, тогда еще это когда... Никто не носил. То есть не было такого? Не было такой моды. То есть не было. Это вы законодательница мод, и просто вот этот тренд, собственно, обозначили. Женя, я даже вот брючки, которые сейчас по косточку, такие коротенькие, тоже первое начала носить. То есть папа с мамой так на меня, да, хипстер. Они так смотрели, говорят, ты что, ты так не пойдешь? Я говорю, пойду, они. Тебе не пойдешь, ты что? Ты же нас позоришь. Скажешь, что ты брючки мы тебе не можем купить. А потом только мода такая пришла. В таком наряде удобно работать и отдыхать. И, кстати, очень удобно в нем просто ложиться спать. Держим в ежовых рукавицах. Знаете, ребенка, как соседи? Да. Нет, не знаю, конечно. Когда обратят внимание, что у дочки татуировка, еще в те времена, сразу начинают какие-то нехорошие вещи придумывать. Типа? Типа, вот, смотри, связалась с кем? В папу. Папа ходит разрисованный. Видно, связалась с кем-то. А у вас ведь я обратил внимание, можно посмотреть? У вас же... Татуировки-то есть. Да, это такие. Что это? Ну, есть, есть. Ну, есть, но это ошибки молодости. В душе моряк. Вот, видите, я как... А, то есть вы мечтали о... О морях и океанах. О морях и океанах, да? О море, сидя дома. А почему не поступили в мореходку или куда-то? Это же... Я написал письмо в Дали рыбу астраханскую. Пришел вызов. Жена меня не отпустила. Лена маленькая была. Ну, мы вас примем. Для матросов работа в море. И вот моя вся мечта. Мама говорила, ты что хочешь, чтобы был как это, поматросил и бросил? Кстати, удивительное дело, когда читал биографию вас, поразился, что человек с фамилией Либенбаум работал слесарем в ЖЭКе, потому что в моем представлении еврей – это обязательно представитель либо творческой профессии, либо там врач. Финдиректор тоже нормально. Ну, это само собой как бы. А вот ЖЭК прямо меня удивило. Ну, почему? Сантехник – это сам, как тоже сказал. А, вот в этом. Еще мама меня... тоже говорила, да. Думала, что выйду замуж по расчету. Ну да. Когда она согласилась стать женой, говорит, и папа говорит, а на что ты рассчитывал? Ну, то, что ты еврей. Сынок, скажи мне, чем она тебя взяла, чтоб я знал? Батя, у нее отец продавец. Сынок, у тебя отец слесарь пятого разряда, понимаешь? А то какой-то продавец. И что он продает, этот продавец? Нефть! Не было никакого антисемитизма, никогда не приходилось сталкиваться? Нет. Лечилось. Вы тоже, я знаю, поэтому вопрос наступает. Если это говорилось где-то, когда в спину. Ага. Ну, это... за себя постоять. Конечно. Ну, вы тоже, насколько я знаю, за себя в этом смысле тоже стояли и можете постоять. Но мне никогда не было, что я стеснялась фамилии. Вот не было такого. Даже когда я поступила в театральный институт и замуж вышла, я даже фамилию не меняла. То есть вы когда вышли первый раз замуж, вы девичью, да, ставили, да. Либенбаум? И несколько есть версий, откуда псевдоним. Это Винокур, да, все-таки, да, вот эта версия? Да. То, что Винокур вам подсказал? Да, мы вместе как-то произнеслось это. Ты как птицу мне напоминаешь. Я говорю, воробья, может? Он говорит, о, кстати, хороший псевдоним, воробей, давай воробей. О, Ленька. Урвала, все. Но вы с ними практически не работали, да, вот с Винокуром? Сотрудничество у нас было единожды, у нас был один номер совместный. А так было участие в посвящении Винокуру, скажем так. А с Ветром вы как познакомились? Я знаю, что он же у вас из какой-то такой криминальной истории, когда у вас кто-то сидел с пистолетом у виска и требовал там 5 тысяч долларов по тем временам, он же собирал деньги. Да, Гена меня выручил. В Москве. Да. Да. История была дикая. Это уже были не лихие 90-е. Как это не 90-е? Потому что это типичные 90-е. Нет, эта история была из 2000-х. По-моему, 2003 год. А я чуть не разрешила ему померить у себя давление.
аферист! У меня были гастроли, которые накануне, где? За две недели до вылета на Дальнем Востоке. Угу. Должны были меня проводить такие муж с женой. Я вспомнила все-таки их фамилию. Они до сих пор работают. Угу. До сих пор кого-то возят. Вы хотели сказать, живут. Да. Живут, так, работают. В шоу-бизнесе работают. В шоу-бизнесе, да. Но знаю, что недавно они очень некрасиво обошлись с другим проектом. Ну, без пистолетов уже, а то я думаю, сейчас... Я просто совершенно была... только-только оказалась в Москве, я даже не знала, как реагировать. Mm-hmm. Когда мне за неделю до вылета в тур говорят, что что-то плохо, билеты продаются, мы хотим отменять... Я хочу уточнить, по предоплате тур? Нет, я даже таких слов не знала. Так, понятно. Предоплата, какая предоплата? Mm-hmm. Мне предложили сниматься в кино. И я, естественно, согласилась. И как раз это совпало на эти числа. Вдруг они за два дня мне звонят и говорят, ты знаешь, мы сохраняем. Я говорю, как, подождите, я уже взяла съемку на третий и четвертый день гастроли. Угу. Так, хорошо, давайте первый, второй сохраняем, третий, четвертый отменяем. Я вылетела, отработала первый, второй концерт. Мне не заплатили нисколько. Обратных билетов нет. И когда я так говорю, что странное происходит, меня сопровождает организатор, этот закрывает в номере дверь и кладет пистолет на тумбочку. Настоящий? Настоящий, конечно. Вряд ли пластмассовый. Угу. И начинает разговаривать. А вот теперь, красавица, значит, разговор будет такой. Мы попали на деньги, вот такая-то сумма, ушла на рекламную кампанию. И я говорю, ты отрабатываешь эти концерты. Я говорю, я не могу. Меня ждет съемочная команда, там 60 человек, съемочная группа, артисты из Москвы все прилетели. Говорит, нет, ты не понимаешь. И так еще разочек передвигает. Если ты не хочешь отрабатывать эти концерты, значит, ты должна нам заплатить. Что заплатить? Mm-hmm. Деньги, которые мы потратили на рекламу. Конечно, сумма, названная в $5000, по тем временам, это звучало... Это была угроза, естественно. Угу. И я говорю, у меня нет таких денег. Звони кому хочешь, звони. Мне дали телефон, я звонила. И Гена Ветров был единственный человек, который сказал, у меня нет таких денег, но я постараюсь их собрать. Он говорит, я по голосу твоему услышал, что ты в беде, что ты в опасности. Остальные не услышали? Ну. По голосу? Угу. Нет. Ну, может быть, не было денег. И как это все технически, передача технически денег произошла? Технически человек, посредник от этого господина с оружием в Москве. Курьера. Назначил, да, место, время. Стрелку, да? Да, забил стрелку с Геной Ветровым. И произошла передача денег. Только после этого меня оставили в покое. Я без обратных билетов. И деньги просила у ребят. Уехала оттуда в долгах. Меня, конечно, так трясло по дороге, я но думаю, на съемку я приехала в драйве. Я думаю, что да. В полном вообще. А за адреналина там, думаю, что хватило, вообще. Да. Ага. Смотрите далее. Как Елена Воробей стала свидетельницей Чернобыльской аварии? Маленькая оранжевая точка. Оранжевая, да, это радиация. Правда ли, что ее папа стал звездой интернета? В какой стране у Елены нашлись родственники? Ой, давай расскажем эту историю. История, которая не оставляет равнодушным никого. И чем Евгению Додолеву удалось удивить королеву пародии? Ух, какая красота! Добрый день, друзья и недруги. У меня несколько лет назад на канале «Россия» был вот такой проект «Семейный альбом». Я приезжал в гости к знаменитости домой, и наша команда совершенно великолепная и грамотная делала такой вот подбор фотографий, многие из которых не видели даже наши, чуть не сказал гости, на самом деле мы к ним в гости приезжали, наши собеседники. И мы обсуждали вот эти фотографии, завтракали и вспоминали. И очень много было упреков тогда в мой адрес, что вот не с теми людьми я разговариваю, что очень много людей из аншлага, что где ученые, где космонавты, где какие-то видные спортсмены.
Там, по-моему, только Фетисов был из собеседников в этом проекте. Может быть, кого-то я забыл. Песня совсем не о том. Я должен просто пояснить, что в таких проектах не ведущий решает, кому он в гости поедет. Знаете, руководитель советского телевидения Лапин говорил, что ведущий — это вообще подставка для микрофона. Вот в известной степени на многих проектах так и приходится работать. Естественно, у ведущего есть право вето. Я могу отказаться кому-то в гости ехать, могу объяснить, почему это плохая идея, потому что вообще это в эфир не выйдет, там, допустим. Ну, в контексте какой-то там предыстории взаимоотношений, там, допустим, прочее. Но в целом именно продюсеры решают, кто будет моим собеседником и о чем, собственно, мы будем говорить. Там, в общем-то, прописываются сценарии. Естественно, я от этих сценариев отходил, когда считал нужным, иначе бы это не было авторским проектом. Но я к тому, что вот, допустим, герои «Аншлага» — это действительно не мои герои. Я эту передачу никогда не смотрел. Но своим, допустим, студентам, вернее, курсантам, у меня курсы были в МИТРО, в Останкино институте, я всегда любил вот так их приглашать, потому что в тот период, когда я читал эти курсы, самым любимым в журналистской среде проектом был «Вечерний Ургант», Иван Андреевич Ургант. Вот это просто был... С придыханием все говорили, я всегда приносил очередные рейтинги и показывал, что доля и рейтинг «Вечернего Урганта» многократно меньше доли «Аншлага». При том, что «Аншлаг» не я, не мои курсанты, не мои коллеги никогда не смотрели. Но это надо учитывать, что есть страна, и что у людей разные представления о прекрасном, и игнорировать рейтинговые проекты профессионалы не имеют права. Они должны понимать, за счет чего успех этот достигнут, какие составляющие. И, конечно, люди, которые достигли успеха, на чем бы они ни рванули, они представляют интерес для медики, то есть для меня как журналиста. Если мне, допустим, не нравится, непонятно, я все равно должен разобраться, понять, за счет чего. Это какое-то обаяние, или какой-то драйв, или какое-то попадание, какое-то совпадение кода. Вот этим часто и объяснялся мой достаточно искренний интерес к тем персонажам, потребителям продуктов, коих я не являлся и не являюсь. То есть, если мы говорим про «Аншлаг», допустим, или там про сериал «Сваты», я не смотрел. Но я знаю, что это есть, что это успех, что это рейтинг, и да, рассмотреть мне это всегда было интересно. Поэтому ничуть не жалею об этих записях.